Приниманье на исторический туризм, в Прибалтику на морское оздоровление. Чрезвычайный полномочный посол Латвии в Беларуси Мартин Вирсис встретился с руководством нашего города. У дипломата это первое знакомство с Гродненским краем, поэтому его приезд носил скорее ознакомительный характер. Однако уже во время общения с мэром города Мечиславом Гоем наметились интересные для обеих сторон варианты дальнейшего сотрудничества. В первую очередь речь шла об увеличении товарооборота. По прошлому году он составил небольшую сумму – около 3 миллионов долларов США. А значит, есть куда расти, продвигать товары гродненского и латвийского производства, возможно, создать на обеих территориях торговые центры с ассортиментом партнеров. Не менее заинтересованы в сотрудничестве и деловые круги двух стран. Речь идет как о привлечении иностранных инвестиций, так и о завязывании бизнес-контактов. Ожидается, что уже на ближайшей республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион Неман» будет широко представлена Латвийская Республика. Взаимный интерес у сторон вызывает сфера туризма. Как известно, Латвия привлекает белорусов отдыхом на Балтийском море, а Гродненщина славится своей многовековой историей и комфортными санаториями. Я думаю, что в вашем городе и в вашей области есть очень много таких мест, которых еще наши туристы не только не посетили, но и даже не знают. В свою очередь мы надеемся, что белорусские туристы также посетят Латвию. Но это будет в пользу всем. Стороны интересовало налаживание партнерства в сфере образования и науки, а также продолжение взаимодействия в рамках программы трансграничного сотрудничества «Беларусь-Литва-Латвия». Примером такой мы провели неплохой проект прошлого года, когда мы совместно сделали неплохой, считаю, центр ремесел в городе Гродно. И Даугавпилсе соответствующий тоже проект. Значит, поэтому вот в этом направлении тоже достаточно мы можем сотрудничать очень много.